как чувствуешь себя? Хорошо. Нормально? Да. Ну, только меньше суток прошло. Угу. Вот, по сути. Ну, воду ты пьешь? Воду я пью. А что самое сложное сейчас для тебя? Ну, кажется, то, что на первый взгляд нужно ответить, то, что здесь есть крысы, люди особенные, с особенностями. Ну и солнышко днем и очень прохладная ночь и асфальт ночью, но в действительности есть любящие меня люди, которые пытаются обо мне позаботиться, в частности остановить меня. Но когда ты знаешь то, что ты прав, все тривиально. Простите за пафос, да, пафос это называется. Но когда знаешь то, что прав, все становится легче. В частности, поговорить с друзьями и близкими, которые беспокоятся за меня.